Аминь. Дверь открой на мне, давай я один зайду. Оперативный штаб на месте ЧП возглавил заместитель министра внутренних дел республики Андрей Курносенко. Перед полицейскими стояло немало вопросов. Что побудило мужчину взяться за оружие, в каком состоянии он находится и какие в дальнейшем может предпринять действия. Стрелок по-прежнему отказывался идти на контакт. Каждая минута промедления могла привести к непредвиденным последствиям. Руководство оперативного штаба приняло решение о штурме злополучной квартиры. Сотрудники специального отряда быстрого реагирования башкирского МВД вышли на позицию. Двери нет. Внимание, граната. Весь штурм длился не более 10 минут. В тот момент, когда собровцы вошли в квартиру в сторону полицейских, прозвучал оружейный выстрел. Жизнь спецназовцам спас бронещит. Бойцы открыли ответный огонь. Грамотность и четкость действий сотрудников полицейского спецназа позволила завершить операцию без ранений личного состава. Хочу отметить слаженность всех подразделений, именно всех подразделений, потому что по прибытию нашей группы на место уже было готово план квартиры. Уже был установлен человек и его морально-психологические какие-то данные. Медикам жизнь стрелка спасти не удалось. Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. Мужчина скончался на месте происшествия. К работе приступила следственная.